На базе КАВ 24-летний автомобилист разбил в ДТП свой БМВ, купленный за 2 дня до аварии. Его автомобиль вылетел на тротуар, повреждены оказались 4 иномарки. Молодой человек не был виновником столкновения. Он попал в аварию, когда ехал с другом в магазин. Двигались они по Руднево со стороны Полярной улицы. Навстречу приятелям ехала 50-летняя женщина на черном минивене. Около светофора хабаровчанка включила левый указатель поворота и планировала заехать в парковочный карман, игнорировав дорожную разметку. К маневру она приступила весьма энергично, чтобы успеть перед встречной машиной. Ее скорость автомобилистка явно недооценила, но молодой человек был поставлен в ситуацию, где от него мало что зависело. Женщина не умеет ездить. А почему? Что она сделала? Она сплошной повернула и уступила дорогу. Налево она поворачивала? Да. То есть прям резко перед вами, да? Да. А светофор какой горел? Зеленый. После столкновения с деликой седан вылетел на припаркованные иномарки и сдвинул их с места. Под удар попал сначала «Фортунер», потом он стукнулся о рядом стоящую «Мазду». 44-летний владелец «Тойоты» в это время был на поминальном ужине в кафе. Настроение и без того было неважным, и тут на улице раздался грохот. До этого я не видел. Получается, машины обзор закрывали. Она стояла же не так, а стояла перпендикулярно зданию. Вашу машину развернуло, да? Ну, конечно, да. А вот та другая припаркованная, какая? Рядышком стояла с вами, верно? Да, она рядом стояла, точно так же стояла. После череды столкновений БМВ вылетела за пределы дороги и частично оказалась на тротуаре. Водитель говорил, что ударился ребрами, но вызывать врачей не стал. В итоге в сводку аварий это многосерийное столкновение вошло, как не повлекшее пострадавших. Инспекторы признали виновницей ДТП автомобилистку на делике. Страховка у нее имелась. С места происшествия Ольга Горбунова, Анастасия Манина и Андрей Алферов.